вам всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я решил подарить аккаунт моему другу ТикТаку. Ну, ребята, все-таки скоро 14 февраля, сами понимаете, день влюбленных, все дела, ну, пацаны, прямо сегодня подарим подарочек ТикТаку, потому что, ребята, ему не в кого влюбляться, кроме меня. Делаем сразу название «Подарок нубу». Но сейчас, ребята, будет самый-самый главный трешничок, потому что вам всем интересно, Кент ПК, а что же ты подаришь? А сейчас вы увидите, потому что это будет не простой аккаунт. Это будет аккаунт, на котором будет всего лишь одна голда. И на эту одну голду мы попробуем собрать инвентарь. Ну, ребята, прожмите за это лайк, потому что это будет однозначно очень весело. Поехали. Конечно, ребята, вы спросите, а почему такой дешевый подарок? Кенту ПК, что за дела? Мужики, смотрите, есть ютуберы, которые сжигают машины, есть ютуберы, которые покупают дорогие скины, а есть ютуберы вроде Кенту ПК, которые делают все самое дешевое. Так что, ребята, прямо сегодня будет очень весело. Присаживайтесь поудобнее. Ну а прямо сейчас, ребята, я говорю один раз, повторять не буду. Кто не подписался, без голды оставься. Так что, ребята, прямо сейчас лайк, подписка обязательно. Буду проверять похлеще, чем математичка вашу домашку в школе. 5 minutes later. Ну что же, леди и джентльмены, как вы видите, у нас есть 1.15 голды на счету. Также у нас есть один фейбл кейсичек. Но этот фейбл кейсичек откроет именно ТикТак, когда зайдет на этот аккаунт, потому что этот аккаунт в итоге я отдам ему. Прямо сейчас мы будем выбирать скины, которые я подарю ТикТаку. Первый и, наверное, самый важный скин, это, ребята, надо выбрать какой-то G22. У нас бюджет очень, ну прям очень-очень ограниченный, поэтому давайте выбирать, какой же скин реально красивый. Не, ну почти, ну, конечно, я купил бы G22 NES, но, ребята, ну, вы сами понимаете, я на нуле. Нищий, у меня одна голда на счету. Поэтому, ребята, будем выбирать из первого верхнего ряда. Так, смотрите, G22 Scale, ну, ребят, ну, как не солидно, но, ну, все-таки день влюбленных, все дела, надо нормальный подарок подарить. G22 Inferno, да ты что, сразу стэм на закуп? Не, ну, вот это другое дело, вот это уже нормально, G22, мы его закупаем, и идемте выбирать дальше. Все, ребят, G22 мы выбрали, теперь надо USP. Ну, типа, за команду теров оружие есть, теперь надо за команду спецназа. Что же мы возьмем? Блин, пацаны, какие же все красивые скины. Кстати, хоть это и анкомонка, или комонка, короче, я не различаю, вы поняли, да? Хоть это и анкомонка, но она очень-очень красивая и всего лишь-то 0.12 голды. Ребят, конечно, покупаем. Вы чё? Вы чё? Тут других вариантов у нас даже нету. Не, пацаны, реально, я бы сам играл бы с этим USP, потому что он очень красивый. Посмотрите на эту созочку. Вау! Я вообще не понимаю, как это может быть комонкой. Блин, да это же обалденный красивый скин. Я считаю, это минимум эпик. Пока что на счету, ребята, у нас 0.99 голды. Все идет по плану, все идет хорошо. С каким еще пистолетиком любит играть ТикТак? Это Дигл. Ну, ребят, тут без вариантика, потому мы не будем ТикТак огорчать. Конечно, братишка! Сейчас мы тебе выберем. У выбора-то у нас особо нету, да? Потому что у нас получается под наш бюджет только один Дигл. Вписывается это Desert Eagle Thunder. Ну и, конечно же, мы прямо сейчас его покупаем. 0.09, да, ребята? Давненько я не покупал такие дешевые скины, но ничего страшного. Ради друга можно. Даже нужно! Ребята, я считаю, не надо баловать друзей другими дорогими подарками. Хэштег! Блин, не придумал какой хэштег. Ну, придумайте сами, напишите комментарии. Обалдеть, мы Дигл за 0.3 словили! Ес! Ес! Еще сэкономили подарочки. Ес, имба! Ну и любого уважающего себя киберспортсмена, ютубера и просто человека должен быть писюн. Ой, АКР. Ну, писюн тоже должен быть, но АКР важнее. Давайте смотреть, на какой АКР нам же хватит нашего бюджета. Ребят, надо экономить, потому что еще надо купить много-много всего. Блин, опять вот это самый дешевый на АКР скейл. Ну ладно, ребята, мало ли мы еще его тоже за 0.3 споймаем. Давайте чисто проверим нашу удачу. А вдруг сегодня наш день? А вдруг нам сегодня повезет и мы будем счастливы? Кто его знает, мужики? Я очень надеюсь, что я АКР тоже словлю за 0.3 и у нас еще будет много-много денег. Не, ну ребята, ну имейте вы совесть, хоть кто-то слейте мне. Ладно уже, не надо за 0.3, по фулл прайсу слейте. Почему так долго надо ждать? Я уже жду, ребята, наверное, минут 5, пока этот АКР скейл сольют. Ладно, все, не будем его ждать. Пока этот АКР скейл нам это сливает, мы идем дальше выбирать эмочку. Потому что, ребята, эмочка тоже должна быть. Это 100%. И, блин! А на эмочку нам денег не хватает. Посмотрите, как дорого. Самая дешевая эмочка. Тайгер 0.5 голды. Обалдеть. А как она может стоить? Насколько прям дорого?
Ничего себе! 0.48! Это чё за обдиралка? Без обид, мы видели какие цены, но это нормально. Тик-так, вместо эмочки будет играть с Фомасом. Вот Фомас по-любому еще какой-то дешевый. 0.74, да что за обдиралка? Как нам выживать беднякам-то? На одну колду нельзя инвентарь собрать. Так, ребят, а давайте лучше вот так вот будем играть. Сделаем фильтр сразу самых дешевых скинов. ДМ-ка для нубов. Будешь вместо эмочки играть с Фенфалом. Поехали, за 0.07 ставим запросик. Ну, ребят, вроде бы нормальный подарочек, вроде нормальная эмочка. Если бы мне подарили на халяву, она даже чем-то на ММС Спорта 2 похожа, да? Если бы мне подарили на халяву, я был бы рад. Поэтому, почтенный, хэштег не погано, хэштег пойдет. Ну что же, прямо сейчас давайте выберем UMP. И самое-самое главное, UMP мы будем брать не самый дешевый. Ну что вы, ребята, мультики НПК жадина? Нет. Я куплю за 0.15 голды. Вот она, богатая жизнь, она такая. Поэтому, ребята, прямо сейчас ставлю закуп 0.16. И полетели. UMP 45 пиксель. Пойдет. Ну, то есть, с UMP-шечкой тик-так тоже может поиграть. Пойдет, поставили запросик на покупочку, и сейчас нам прилетит, возможно, даже за 0.03. Дальше, ребята, нам нужен дробаш, потому что без дробаша никуда. И М40. О, М40! Точно возьмем такую. Тик-так обожает играть с М40, и точно ему нужна М40 Cursed Fire. Поэтому, ребята, прямо сейчас ставлю запросик 0.08, не, давайте 0.07, одну штучечку. И просто, ребята, перфекто. Белиссимо! Ну вы посмотрите, ребят, на эту М40, да? Да это М40 лучше, чем М40 Монстр. Притом лучше, ну так раз в 1000, а то и в миллион. Так, ну что, идемте дальше. Блин, да, ребят, слушайте. Кстати, фабм Cursed Fire тоже красивый, замечательный. Великолепный фабм. Когда у Тик-Така не будет денег, он будет ее покупать и вспоминать про меня, и будет думать, какой же Кент пока добрый человек. Да, брат, я добрый. Поэтому, ребята, прямо сейчас мы покупаем этот фабм. Ну а чё бы нет, там можем себе позволить. То есть у нас уже нету половины бюджет. Ну что же, прямо сейчас давайте выберем UMP. И самое-самое главное, UMP будем брать не самый дешевый. Ну чё вы, ребята, мультики НПК жадина? Нет. Я куплю за 0.15 голды. Вот она, богатая жизнь, она такая. Поэтому, ребята, прямо сейчас ставлю закуп 0.16. И полетели. UMP 45 пиксель. Пойдет. Давайте мы ему купим АКР-12 Спринг. Пучаны, ну кто бы что ни говорил, но это просто сосочка, просто. Посмотрите, как же красиво выглядит данный АКР-12. А реально, это просто великолепно. Я не понимаю, почему это анкомонка. Это как минимум должна быть легендарка. Теперь надо еще выбрать М16, потому что, ребята, Тик-Так еще очень сильно любит играть с М16. Но я почему-то не вижу дешевых М16. Давайте выберу фильтр и посмотрим, сколько стоит самый дешевый М16. 16 фейсит. Одну голду, блин, да мы купили. Отвечаю, какая же она красивая. Но, ребята, к сожалению, это реально очень-очень, еще раз, очень дорого. То есть, мы могли потратить всю нашу голду, которая у нас есть, купить всего лишь один этот скин. Но, ребята, увы, ах. Ну а прямо сейчас, ребята, будет реально жестко, потому что АВМ надо брать. Вот что-что, но АВМ 100% надо брать. И самый-самый дешевый АВМ Elevation стоит 0.40 голды. Давайте-ка мы прямо сейчас поставим запросик 0.41. И я очень надеюсь, что нам повезет. Возможно, сегодня наш день. И у нас еще будут деньги на счету, и нам кто-то сольет за 0.3. Ну, это, конечно, вряд ли. Но мало ли кто-то сольет за 0.3, то я буду очень-очень рад. Потому что, ребята, потому что все эти скины пойдут на подарок. Поэтому, если я споймаю за 0.3, я буду очень-очень рад. А, блин! А, я поставил 0.41, а продается по 0.40. Все, я по фулу купил. Я купил по фулу. Отвечаю, я купил по фулу. Блин, пацаны. Я, как обидно-то, блин. Я по фулу купил. Это просто фиаско. Так, ну чё, у нас осталось 0.14 голды. И давайте посмотрим, на что же нам хватит. А давайте, ребята, еще купим на последнюю голду P90. Как раз стоит ровно 0.14 голд. А чё нам не хватает? А чё нам не хватает? А как? А чё, а ну-ка, а чё произошло? Давайте-ка мы перезайдем, а то я, кажется, что-то не понимаю. 5 minutes later. Так, ребята, я перезашел, и что же у нас поменялось? А ну-ка. Египетская сила! Я перезашел, у меня на счету 0.63 голды! Ха-ха! А может мне еще раз перезайти, еще голда появится? Обалдеть, ребята! Я нашел бесконечный источник голды! Просто перезаходишь, и появляется голда. Все, ребят, мы обратно богаты. А это значит только одно. То, что мы можем купить нормальный АКР. Не какой-то там АКР Scale. Не, ребята, он нам не нужен. АКР Worm! За 0.41 голду.
Просто, ребята, представьте, кажется, так будет рад. Вы посмотрите на эту малышку! Ёлки-палки! Да это вообще, ребята, это аркана. Да это даже на одной из коллекций должно быть. Это по ошибке вон комунки добавили. Ребят, очень красиво АКР. Всем советую, посмотрите. Реально, гораздо красивее всяких там АКРов некромансеров, всяких там АКРов дрэгонов и так далее. Очень классный. Так, ребята, меня запрос перебили. Вы посмотрите, только был 0.41, уже 0.42. Давайте еще 0.43 поставьте. Я вообще обалдею. Вы адекватны. Что за цены? Для чего просто миллионера или как? 0.42 это потолок для этого скина. 0.43, да чё за цены у вас такие? Я одну пенсию выживаю, а вы 0.43 запрос ставите. Вы чё, прикалываетесь? Запрос уже 0.44. Ну, наконец-то я купил АКР Ворм. Так, ну чё, у нас осталось 0.18 голды. И давайте посмотрим, на что же нам хватит этих денег. Так, ребята, а нам этих денег хватает, знаете, на что? На P350 нано. Это реально очень красивый скин. И мы, конечно же, прямо сейчас его покупаем. И погнали звонить ТикТоку и говорить то, что у нас есть для него подарочек. 5 minutes later. Ну что же, добрый вечер, я диспетчер. ТикТок, поздоровайся. Сейчас тебе будет маленький подарочек. Всем огромный привет, ребятушки. Короче, прямо сейчас мы тебе подарим подарок. Знаешь, из какого праздника, брат? Какого? День всех влюбленных! Сердечко для тебя. Я думал, день рождения моего очка. Брат, у меня день рождения каждый день, когда я захожу в гости. Так, поехали. В честь того, что скоро через февраля, я хотел тебе, как моему любимому другу, чисто по-дружески, без намеков, подарить крутой аккаунт. Ты готов или нет? Ну, слушай, учитывая то, что здесь только заявок в друзья и в кланы, мне уже это нравится. Давай. Да, брат, смотри, клан это самое главное. Братство. Ну, бам! Как раз для тебя клан. Не важно, ну были нет, главное, чтобы скины были, правильно? Все, брат, погнали. 1, 2, 3. Поехали! Everybody! Брат, от сердца и почек дарю тебе цветочек. Это тебе. Ты заслужил этот аккаунт, как никто другой. Ты его заслужил! Он твой! Подарок очень хороший, только один вопрос. Так. Будет ли нормальный аккаунт? Нет, не будет. Я просто думал, может здесь наклейки хоть какие-нибудь наклеены. Короче, я тебе скажу так. Я посмотрю. Этот инвентарь, этот аккаунт, знаешь, на сколько? На сколько? На одну голду. А ты мне что подарил? Я решил тебе передарить твой подарок. Не, подожди, подарок не дарок. А что ты мне подарил? Ладно, я даю тебе АКР Ворм вот этот вот. Обнял, приподнял. Ну что ж, дорогие друзья, вроде бы ТикТаку подарок понравился. Какой ТикТак, такой подарок. Ну что, ребят, с вас лайкосик, с вас подписочка и любой хороший комментарий. Обнял, приподнял. Всем удачи и всем пока.